общем, начали мы свою экскурсию с Тобольского Кремля. Очень-очень. Тут, конечно, ветрено. Хотя должно быть жарко. Все-таки на горе находится. Все волосы растрепались. Да, как крепость. Пока мы просто обходим территорию. Архитектор Ремезов. Ну, слушай, нам экскурсию воды не надо. Под его руководством все строилось. Угу. А мы просто сюда пришли. А, да. Алеша, мы тут... Вот стоит памятник Ермаку. Но нам отсюда до него не дойти. Если нам прям вот... Посмотрим на обратном пути. Кругом сейчас обойдем. Мы тут, наверное, кругом пойдем. Вот только будет с той стороны, где мы будем. Ну вот и мы обойдем вокруг, зайдем. Дачное место нашли. Вот тут никто не возьмет. Ну а внизу уже потом селились простые люди. Вон она лестница, мы по ней всегда поднимались. Так тяжело подниматься по ней было. Угу. Вон она идет лестница вот сюда в Кремль. Мы по ней всегда ходили. А вот она, вот эта церковь католическая. Угу. И вот за ней с той стороны надо быть. Видишь, вот дымка, смотрю, дымка стоит, все, далеко все, не видно, да? Да, все в дымке. Вот это здание под коричневой крышей. А вообще, конечно, вся территория Кремля очень ухоженная. Конечно, это теперь туристический турный центр. Бах, туда какой спуск. Я, наверное, не пойду, там, наверное, ничего нет. Вообще, конечно, на территории Кремля очень красиво. Много музеев. Единственное, очень шумно. Кругом работает техника. Техника стоит, работает и воняет газами этими выхлопными, потому что техника вся старая. А так очень красиво, очень ухоженно. Вообще, конечно, на территории Кремля все на запорах, все закрыто, нигде ничего не посмотришь. Все самое интересное у них закрыто. Какие-то маленькие музеюшки размером там с комнату 10 квадратов, где смотреть нечего. И все. Вот самое интересное, все закрыто. Все вот на таких вот цепях. Он красивый вышел. На территории Кремля есть вот загородка с павлинами. И, похоже, тут два. Мальчик, девочка. И там вроде как будто еще есть. Это там видела, ходила хвостиком, не хочет распушать. Ну давай.